И, может быть, какую-то комбинацию мы придумаем мер, может быть, кое-где откроем, кое-где оставим закрытым. Вполне может быть, некоторые регионы нельзя будет открыть, а некоторые можно открыть уже сейчас. То есть посмотрим, как сложится ситуация. Я хочу как можно быстрее открыть страну, потому что я знаю, что большинство людей хотят вернуться. Люди сидят по домам, бизнесы простаивают, и чем дольше мы сохраняем вот эту изоляцию, чем дольше мы простаиваем, тем труднее будет вернуть нашу невероятную страну в прежнее русло. У нас были самые успешные годы до того, как это произошло. Финансовые рынки процветали, и сейчас у нас есть пакет мер, который позаботится о наших гражданах, о наших трудящихся, и о компаниях, которые предоставляют эти рабочие места, причем крупные компании и малые компании. Мы всех хотим поддержать. Мы больше времени потратили на то, чтобы подумать, как помочь малому бизнесу. Мы хотим вернуться на прежнее русло, мы хотим, чтобы наша страна продолжала двигаться вперед.